Ждем. Не надо такой интимный свет. Рано. Мы еще не готовы, мы еще пока только готовимся. Напоминаю, суть конкурса. Дело в том, что девушки, каждая в меру своей фантазии, в меру своих возможностей, рассказывает нам легенду об Афродите. Ну, а наше жюри собралось уже возле сцены. Тут целую декорацию выстраивают. Нужно сказать пару слов. Слово Анжелике, пожалуйста. Добрый вечер всем. Я хотела бы представить театральную постановку «Театр теней». Я хотела бы представить постановку «Театра теней. Легенда об Афродите», точнее, о ее рождении и о ее любви к прекрасному Адонису. Вот. Ну, собственно говоря, сейчас... Мы можем начинать? Нет? Мы ждем в нетерпении. Нас, я чувствую, ждет что-то очень грандиозное. Осталось немножко еще нам потерпеть. Мы практически готовы. Называется «Усядьтесь поудобнее и слухайте казочку». Музыку, пожалуйста. You walk a lonely road.
Как-то, ребята, по-моему, или вы сильно...